Первый. Вот это все теперь будет эпопея сейчас. Эпопея первая кончилась. Это масса выжимается, да, в воде? Вторая эпопея. Да, и второй раз это же масса через мясорубку. Да. Второй раз уже быстрее. Сладко? Ну да. Что такое? Моя рука. Это вот через этот материал, через сито, да, будет просто. Так, пусть мясорубка отдохнет. Ну, наверное, уже горячее стало, нагрелось. Это вот в эту чашку, да, будет ставить? Это Выходит, самая главная роль в этой самоляке, это вот эта вот жидкость, да, уже готовая. Молочко это. Чего? А, вот этот кусок? Вот это? Да, это можно будет просто есть. Это уже это, его выжило, он не пойдет. Он уже, да, там уже ничего не осталось. Это что, масло надо воду добавить? Ну, она, наверное, думаю, остыть надо. Иначе наверху кухни будет. Такой бабак будет. Это масло в воду можно, а наоборот? Да, наоборот. Холодное масло, не что, а вот уже если кипячу, ну, горячее, что ли? Горячее масло в воду налёжит. Да, она, да. А вот он не влезет, думает? Это сейчас второй раз, потом эту же массу через мясорубку, тоже в этой же воде. Потом эту воду, значит, в казан. Ну, все.